Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В ТНТ Клаб появилось новое голосование. Теперь зрители могут выбрать лучшего ведущего Дома-2 среди участников проекта. Недавно в роли ведущей попробовала себя Марина Африкантова. Она спрашивает своих подписчиков, понравилось ли им. Марго Овсяникова пишет о том, что ей уже разонравился Иосиф Оганесян. Она присматривается к Саймону Марданшину. Саша Шева обиделась на Кевина Кузнецова. Она узнала, что он рассматривает ее только для волшебства. «Мне, конечно, приятно», – пишет Шева, – «и в то же время обидно. Я хочу построить крепкие и долгие отношения и не буду размениваться на одну ночь». Александра ждет, когда же на остров привезут Арая Чебаняна. Она надеется на то, что у них все-таки что-то получится. В реальном времени Саша Черно, расставшись с Иосифом Оганесяном, объявила для себя кастинг. «Мне нужен мужчина», – пишет она, – «который уже 1000 раз нагулялся и больше не захочет. Очень верный, преданный и, самое главное, честный». Алексей Купин приучает Майю Донцову к здоровому образу жизни. Он пишет: «Я прошу Майю следить за своим здоровьем, исключить вредные химические продукты из рациона. Нужно подготовить ее организм к рождению детей. Я хочу здоровую семью». Ольга Рапунцель выложила пост, заявив, что она не простила мужа. Но Дима продолжает идти к своей цели, он хочет к жене на проект. Он присылает на поляну подарки для Ольги. Андрей Чуев готовит подарок для своей невесты. Он уже заканчивает ремонт в квартире, и они переедут туда с Викой после медового месяца. Видимо, не за горами и свадьба Андрея Черкасова и Кристины Ослиной. Судя по новым фото, Кристина примеряет свадебное платье и просит подписчиков помочь ей с выбором. Ольгу Бузову довели до слез на Первом канале. Она расплакалась из-за поста своего друга Арчи, который он опубликовал в Инстаграм. Он считает, что Дом-2 перебрался на Первый канал и оттуда пора валить. Зрители удивлены поведением Натальи Варвиной в недавнем пятничном эфире. Сложилось такое впечатление, что она была пьяной. Наталья с трудом выговаривала буквы. Видимо, Наталья тяжело переживает новость об увольнении Алексея Михайловского с поста продюсера телестройки и не готова признать, что ее дни в качестве первой леди проекта остались в далеком прошлом. Вика Романец, которая считает себя стильной и современной, опозорилась в очередной раз. На одной из праздничных мероприятий она явилась в мятом платье. Это фото сделано на открытии салона. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.